Последнее, самое главное. Ты знаешь, что делать. Кино пригласить. Че вот это за херня? Лучше ты шаурму купил. Знаешь, кто я? Я сын маминой подруги. Что же ты раньше не сказал? О, подружка, как конфетка сидит. Офигеть. Слушай, может подкатить к ней? Блин, иди подкати к ней, а. Бля, ты чего? Она офигенная. Какая она, какой я. Да ты чё, ты вообще альфа-самец. Думаю. Давай, да, конечно. Давай. Давай. Каждый под столбе плывет по тебе. Зоопарк и клауна. Крошка, будь моей. Чего? Пожалуйста. Пошел вон отсюда. Чё? Доктор мне свой питон. Маме, сестра. Блин, Олег, ты чё наделал? Варники да маленьки. Добрый день, молодцы! Добренько-добренько! Как ваше здоровенько? Я не пойму, она у нас про здоровье спрашивает или здоровается с нами? Она про здоровье спрашивает. Все хорошо у нас! А у тебя как девица? А я песенку написала, хотите послушать? Ну давай, спой нам песню. Мало половин, мало-мало половин. Ведьма, жечь ее! Пошли! Жечь! Здравствуйте, молодой человек, уже готовы заказать? Сделали прям мощный дымный кальян. Да, молодой человек, сейчас все будет. Что, девушка понравилась? Да. Сейчас все будет. Пришел? Может, ко мне? Ну, поехали. А мне говорит, что... малыш, ты куда? И как ей объяснить? В нашей кальянной все мечты сбываются. Девушка, у меня есть журнал американский, не хотели почитать со мной вместе? У меня есть два билета на индийский фильм. Зита и Гита. О, любимый фильм! Пошли. Привет, детка. Пошли со мной на дискач. Нет. Вот это. Вот это? Слышишь музыку? Потанцуем. Помогите! Эй! Кто? Эй! Она моя. Девушка, а ты есть одноклассник? Ты чё, старпёр? Какие одноклассники? Ты ВКонтакте есть? Конечно. Ссылку дашь? Да. Пошли. Мы летим на Сузуке быстрее скорости. А что это ты смотришь? Это военная хроника. А почему тут только про мужчин говорят? Потому что война это мужское дело, не женское. Ну-ну. Как мы тут оказались? Русские партизаны, вы попали ко мне в плен, и теперь я вас убью. Ха, не дождешься. Ненавижу вас, русских, особенно вас, проклятых женщин. Ха-ха-ха, но ты умрешь первый. Нас, русских, не сломать! А ты что, собралась готовить яичинку? Ха-ла-ла-ла-ла-ла! Вот это женщины! Тащ, это я!
согласны, пацаны? Сейчас на 30 секунд отойду и приду. Персик, Джан, давай украшу твое одиночество своим присутствием. Я вообще-то не одна. Слушай, а знаешь, на какую актрису ты похожа? На какую? На лошадь Д'Артаньяна. Чё? Я всё? Ко мне вообще-то кавказец подкатывает. Да ладно тебе, пойдем. Антон, тебя шнурок развязан. Ой. Это строение синее. Гражданочка, а не хотели бы иметь пассивный бизнес? Нет, спасибо. У меня есть такой продукт, он такой же сладкий, как и ты. Да не надо. Я все? Ты видел, ко мне парень опять подкатывал? Да тебе показалось, наверное. Пойдем. Сейчас приду. Девушка, секунду назад я видел, ваш парень ушел. Посмотрите на него, на меня, на своего бывшего. Теперь на меня. Да отвали ты! В смысле? Как же мне все уже надоели. Давай лучше дома поедим, сэкономим деньги. Ладно. Алён, может поедим? Да, давай, я очень голодная. Саш, мне нужна новая кожанка. Какая кожанка? Мы тебе 3 года назад такую же кожанку купили. В смысле? Чем займемся сегодня? Ты думаешь о том же, о чем я? Вот эту игрушку давай возьмем. Да не, ему 2 года. Куда такое дорогое? Ты моя половина, хабка-витамина. Мужики, дайте, пожалуйста. Дорогая, иди отсюда, пожалуйста. Да. Покажите ему краешек нижнего белья. Смотри, опять два мужика. А мужики? Пойдем. Сегодня хочу показать вам, как можно согласиться. Женщина, вы как сюда попали? Отвали! Идите отсюда, пожалуйста, покиньте помещение. Алло, блин, Марин, что за дебильную сумку ты мне скинула? Она не работает. Мужики, здорово. Дядя мой билеты сейчас нарулит. Вообще классно. ЦСКА с Акбарсом играет. Малышку свою сложу. Дружище, да я вроде увлекаюсь немного хоккеем, но, по-моему, сезон закончился. Но тебе удачно сходить. Кто такой? Давай до свидания. Ребята, вы знаете, что Спартак стал чемпионом? Да, но. Ребят, какой Спартак? Как Барс выиграл? Друг, просто иди нахуй, просто иди нахуй, друг, просто иди нахуй, просто иди нахуй. Сейчас пенальти будет. Вообще-то не пенальти, а булит. Друзья, что ты чувак вообще постоянно умничаешь? Так Андрюх, везде все химика. Да ладно, Андрей Макаров, конечно, да. Андрюх сразу тебя не признал, блин, давай сфоткаемся, а? Одну фоточку. Ты кто такой? Давай до свидания. Дорогой, ну не уходи, ну, пожалуйста, вдруг тебя там зарежут. А кто курей кормить будет? А я как буду? А дрова колоть? Все ж на тебе держится, родной. Нет, баба, нужно воевать за Русь мне. Уходи, пожалуйста, на войну родненький. Да соберись ты уже, мужик ты или нет, иди в армию. Ты голодный, мой дорогой. Сейчас, подожди. Я тебе пирожков напекла, кушай, родной. Спасибо, красавица. Дорогая, а что у нас сегодня на ужин? Когда слышит мой голос трубки домофона. Дорогой, я купил вот эту плетеночку, мне я буду с ней ходить. Нет, баба, денег нет у меня. Ну, платочек, а ты нам шалай, ну, пожалуйста. Пойдем. Ну, хоть прянику. Ну, жрать нечего, держи. Я это видел, все. Я видел, да. Нет, денег нет. Ничего не изменилось.